Что же делать сегодня? Ну, во-первых, нужно купить долю в проекте ТТА и поставить на стейк на 5-10 лет. Ходить в кино и через 10 лет стать миллионером, купить себе квартиру или что там нам нужно, или машину. Всего 1000 рублей в месяц, она вообще в жизни ничего не решает. Но в долгосроке это приносит очень-очень серьезный капитал. И я считаю, те, кто сегодня прослушал эту информацию, ну, во-первых, вам всем спасибо, что дотерпели. Как правило, такая информация, она стоит дорого. Но я думаю, что мы должны с ней делиться и, соответственно, демонстрировать каждому. На рынке криптовалют зарабатывает только терпеливый инвестор. Да и вообще на любом рынке зарабатывает только терпеливый инвестор, который ставит цели на 5-10 лет вперед. Поэтому приходите сюда с этим осознанием, с этим пониманием и зарабатывайте вместе с нами.